Oren bebe bedeni üstüne bit. Onu kemere var. Gel. Peki, kepsen, kepseler kebiler. Ölçüttarga çeypudan bir etçi bir çaktar var. Ул, найман ана эге. Келе, бұл кепсен істет, мұн күру-күрут тұғынан, ұлжыттарттан әлбәғер білен бағар бұта тағаны, хеде кепсен міттен ортуғы әбей білен жылай бұта. Ашвадан ля иллях илаллах диен мелипе бастыгдылларын эппите тамараттан атын тамара соқ диен. Маған бұла да сөлін, субурян түхен.
салгынга маған көтер болан. Қағыды-қағыды көтер. Маған көтер Тынанбай деп атқа. Көтер болды келеді. Трофима Кириллина. К сожалению, его сейчас нет, но вот это целая плеяда, да, работ по переводу Чингиза Айтматова на якутский язык сейчас уже в печати. Пожалуйста, вам слово. Первый раз я вас вижу. Вам. Он переводчик, он и, как можно сказать, он учитель, заслуженный учитель Республики Саха-Якутия, кавалер ордена «Трудовая слава» третьей степени, да, к сожалению, его не стало в 19 году, и, ну, он перевел Манас и перевел еще и Чингиза Айтматова, Надара Думбадзе и еще, ну, хижину дяди Тома перевел, да, и его работа, ну, сейчас переводы не напечатаны еще, они, ну, как бы, книги не изданы, да. Перевод Льва Толстого «Холстомер» и перевод североамериканских индейцев «Песнь о Каевате», они изданы в издательстве «Вечек». Да, и хочу вот поздравить, да, и передать вот в качестве подарка книгу о моем отце режиссеру Василию Александровичу. Пожалуйста. Thank you.